За неделю спецоперации в Мосуле боевики потеряли убитыми почти 800 человек. Эти цифры приводят военные. Также удалось уничтожить 127 бронемашин ИГИЛ и около 30 минометов. Бандиты отступают. До Мосула штурмующим осталось всего 8 километров. Бойцы правительственных сил активно наступают на северном участке фронта. Курды из Пешмерги на западном. Кстати, именно ополченцам сегодня пришлось нелегко. ИГИЛовцы пытались атаковать городок Синджар к западу от Мосула, но нападение успешно отбили. Возможно, это была разведка боем перед массовым отступлением боевиков из Мосула, а перевес сил явно не в их пользу. Иракские ВВС также активно участвуют в штурме Мосула. Багдад выложил видео бомбежки позиций террористов в районе Тикрита. Военные хотят исключить любую возможность деблокирования Мосула со стороны бандитов и тех, кто им сочувствует. Власти Ирака начали спецоперацию 17 числа, и пока перевес на стороне штурмующих.